Джуджу Чарльз. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы я не явился к тебе. Ставь лайк, если ты про, а с тобой найщик, бро. Смотри вот на это. Да, в одном из роликов я помню, что мы нашли Project Playtime. Ну, то есть я построил портал в Project Playtime, и мне стали доступны персонажи из Poppy Playtime, из Project Playtime, точнее, ну и из Poppy Playtime тоже, например, длинноногая мамочка и так далее. Я посмотрел в остальные камеры. Раз, два, здесь ничего нет. А в третьей кое-что было. И это вообще нежданчик полный. Смотри. Пам-па-па-пам. Короче, эту шнягу можно отсюда достать. Блин, мне кажется, или у меня звонит телефон. Блин, надо срочно ответить, что же произошло, кто решил мне позвонить внезапно. Давно я, кстати, не принимал звонки на видосе прямо. Ладно. Алло? Кто это? Что вам нужно? Найсик, привет, в общем-то, к нам на стол положили какой-то крафт непонятный. Это пиццерия, из пиццерии звоню. Я твой сотрудник. Все, что хотел сказать, просто приезжай, как только сможешь. Ну, там какой-то, знаешь, нарисован красный паровозик, и чтобы скрафтить его, надо паровозик Томас, я вижу сверху, ну и так далее. Там паутина, паука надо... Разберись с этим, Найсик. Ой, или мне это выкидывать вообще? Просто я уже думал свернуть просто и выкинуть, но мало ли. Нет, оставь это, скоро приду. Все, давай, пока. Фуф, блин, сейчас у нас, походу, какой-то крафт будет. Ну все, потихонечку иду, торопиться особо не буду, потому что никуда этот крафт не денется, но, знаешь, желание было сразу подвернуться и быстро-быстро, роняя телефоны, роняя вот эти вот камни, роняя, короче, все, я хотел побежать прям, но потом подумал, о чем мне вообще торопиться реально. Все, мы успеем, здравствуйте, жители, мажористый житель, просто житель, и заходим вот сюда вот, ну здорово, че, где крафт-то? А, вот он, так, хорошо. Все-таки реально, смотри-ка, какой интересный крафт. И это чуть-чуть Чарльз. А, подожди. Слушай, а можешь загуглить там, когда игра-то вышла вообще? Сейчас загуглю, подожди-ка, Найсик. Пока что это... Подожди, вот я реально сейчас быстренько. Так, смотри, я, значит, загуглил. Вышла игра вчера. Вот буквально вчера можешь уже играть в нее. Что, серьезно? Как я это пропустил? Ну ладно, тогда я срочно в нее играть пойду. Подожди, но раз у нас крафт, значит, я могу скрафтить эту шнягу. И в Майнкрафте, походу... Подожди, я попаду туда? Или я просто скрафчу его? Просто я видел уже чуть-чуть Чарльза до выхода игры. Интересно. Ладно, давай попробуем скрафтить. В общем-то, что мне надо? Рельсы. Рельсы это вообще легко. Сейчас прям раздобудем. Смотри, быстренько. Короче, здесь есть деревья, никому не нужны. И вон там вот есть рельсы. Они закрепляют вот эти самые бревна. Никто их не использует. Все-таки это просто карта Майнкрафта. И вот они. Так, мне нужна вот такая вот рельса одна. И две вот такие. Ну, вообще не сложно, как бы. Легко добыли 3 ингредиента уже. Ну, точнее, 2, но на верстаке это целых 3 ячейки заполнены с помощью вот этих 3 рельсин. Поэтому, да, кайфуем просто. Просто-напросто кайфуем. Дальше у нас что? Это паук. Дом фласочки восстановлен? Там вроде фласочка мне говорила убраться. Так, мясо надо где-то взять. Вот это вот гнилое мясцо. И уголь. Уголь я знаю, что в пиццерии прям можно захапать. А мясо вроде тоже. Томас, да, пригоню состав. И, в принципе, пауки это у фласочки надо забрать из дома и все. Ну, то есть там есть логово паучков, короче. Она меня просила избавиться, когда починила дом, но я так не убрал. А вот починила она его не так давно. Ну вот, ладно. Короче, вот здесь вот забираем сразу 2 мясца плохого. Вот его у меня тут просто про запас. Реально очень много. Ну и что мы делаем дальше? Уголь. Вот здесь вот есть уголь, тоже 2 штуки. Ну и, в принципе, вот так вот крафтится эта шняга. То есть, посмотри, осталось всего лишь 2 позиции, и все будет готово. Боже мой, как же просто на самом деле. Я думал, что у меня это займет, как обычно, 1000 минут, 1000 часов, но, как видишь, все нормально. Короче, паук, это яйцо надо добыть. То есть, нам надо сейчас в логово пауков прям реально заходить. Я пауков не боюсь, у меня все нормально с этим, хотя...
Больших пауков может быть. Может быть, и боюсь. Хотя, ну как-то я даже не знаю. Не так, что ли, чтобы прям вызывало какой-то страх. Просто, ну, наверное, в жизни я бы полагаю, что испугался. А так вот просто мысленного страха, ну, всех этих шняг нет. То есть я вообще думаю, паук и паук. Я пригнал состав, вот он стоит, и забираем его, пожалуй. Так, тихо, чё-то я разбушевался. Спокойно, блин, вот так вот берем его, короче, в этот кристалл душ. Потом его надо конвертировать в, короче, Нет, подожди, как это называется? Короче, конвертируем в блок. Вот. И теперь осталось только пойти до дома Фласочки. А он у нас находится где-то вот в той стороне, если я не ошибаюсь. Или прямо вот здесь через... Через дорогу? Нет, не через дорогу. Это через пару домов. Пару домов от пиццерии той, которая в той стране. Ну и вот, в принципе, ее дом. Помнишь, я один раз, когда ее затроллил, сильно я взорвал полностью этот дом. Ну и она его починила, как видишь. Просто все идеально, как и было раньше. Да, по сохранениям, короче, она это сделала. Вот там написано на моем канале 320 тысяч подписчиков. Неплохое число для пароля. Это Фласочка делала, да, я помню. Помню, писал. У нее до сих пор эта фигня там стоит. Она здесь явно не убирала особо. Вот здесь вот никаких крысок нет, кстати. Это вроде в какой-то потайной комнате, которую она случайно открыла. Так, смотри. Лишняя комната, так сказать, у нее была. Реально, комната... Не, не здесь. Ой, а здесь у нее суши стоят, нифига себе. Она, походу, трапезничала явно. Ну, не-не-не-не-не, мы не будем всем этим делом заниматься, нам надо просто найти ту самую комнату. Эту комнату найти тяжело, поверь мне. Надо сейчас обходить все комнаты и пытаться вглядываться. Нет, здесь нету. Подожди, подожди, кое-что услышал. Это, походу, здесь. Фласочка ее закупорила. Конечно, пауки ж не выходят. И я принес топор. Ну что, вскрываем дверь. Ту-ту-ту, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой, огнемет забыл. Ну и что, готов к новому вкусному обедику? Ну, точнее, перекусу. Мы сейчас делаем, короче, из этих паучков реально сухарики, то есть с корочкой. Не знаю, что, в бекон какой-нибудь пожарим, как будто бекон. Короче, бам, погнали, погнали. Спадает сразу же. Короче, по жести. И подожди, у нас в случае предметы не сгорят, но в принципе яйцо выпало, и всех паучков мы уничтожили только что. А здесь их было очень много. И огромное количество паутины. Так, тушим. А то в прошлый раз я помню, ну вот, когда я Фласочки как раз затроллил, у нее весь дом конкретно сгорел. Ну и если чё, я немножечко вскрою вот здесь вот стенку, и мало ли ей пригодится. Вообще я мог бы затроллить ее, поставить здесь паутинку внутри ее комнат и поставить паука. Но я думаю, не буду сегодня троллить, мне не до этого. У меня сейчас реально дела. Поэтому да, делаем то, что... хотели. Вот, и все, что мне осталось теперь, это уже просто верстак. И я думаю, что я не буду это прям в самой пиццерии делать. Но ты знаешь что? Меня отвлекли от другого видоса вот этим звонком. Ну, ты же помнишь, вначале я тебе показывал Бокси Бу. И, короче, того чувака я хочу... Я хочу его прокачивать. Это как питомец, короче. Я попробовал к нему подойти, нажать на кнопку, и он просто за мной начал ходить. Вот. Такие дела. Поэтому, да. А сейчас берем... Срочно этот крафт, тащим его с собой, почему нет, нам надо специальное местечко найти сейчас, вот, где мы можем его реализовать. В принципе, я полагаю, что даже пойдет какая-нибудь кухня моя дефолтная, хотя вот смотри, хорошее местечко для крафта явно. Вот тут сюда положим крафт сам, отлично, и вот он готов. Хотя в смысле готов, я еще только положил. Вот, ставим верстачок вот здесь вот. И начинаем класть все ингредиенты. Раз, два. Смотри, у нас один в один как там нарисовано, так мы и здесь крафт реализовали. Ну, разве я не профи? У меня реально одинаковые крафты. И... Ба-бах! Воу, смотри, что скрафтилось. Интересно. Это, короче, портал. Посмотри, какой он огромный. Давай-ка я прямо сейчас его поставлю вот сюда вот. Ну и, наверное, прыгну в него, почему бы и нет. Сейчас мы, походу, попадем к Чучу Чарльзу. Интересненько звучит. Ставь лайкусик на этот видос, а я на счет раз, два, три. Или сразу же прыгаю. Короче, да, раз, два, три. Ну, заходим, что? Ой, смотри, что появилось. Знаю, мы давно уже не общались, но шахта, за которыми я присматриваю...
У них что-то произошло. Нет, поверь, тебе стоит уделить этому время. Чтобы твой музей оставался актуальным, тебе нужна грандиозная находка. Что ж, на этом острове есть нечто грандиозное. По-настоящему грандиозное. Там осталось так много друзей, и даже мой сын. Только ты способен уничтожить этого монстра. Он станет центральным экспонатом в твоем городе, а еще ты поможешь старому другу. Да, приходи ко мне в доки на закате. Надеюсь, у тебя все готово к небольшой охоте на чудовищ. Офигеть. Вот он, Чучу Чарльз. Ага. То есть, реально, мы просто выдвигаемся к чуваку. Такая простая история, на самом деле. Так. Я, короче, попал в игру, и мы сейчас будем проходить. Да, его зовут Чарльз. Наполовину поезд, наполовину адский паук. Мы уже давно планируем его уничтожить, у нас почти все готово. Осталось кое с кем поболтать, да пару мест посетить. Работка не пыльная, хе-хе-хе. Да-да, добро пожаловать на Араннеру. Остров, где шахты... А, шахтеры сами копают себе могилы. Держись рядом, но только Чарльз тут может быть опасен. А, не только Чарльз, то есть, но здесь еще и всякие есть, видите? Волки, т.д. Так, смотри. Подходим к нему. На вершине холма стоит вагонное депо. Зверюга убила одного из машинистов, когда все только начиналось. Внутри должен быть его старый паровоз. Если мы до него доберемся, он нам очень поможет выполнить задуманное. Держись ближе, не стоит лишний раз никому попадаться на глаза. Ага. Нифига себе он странный. Так, куда он побежал-то так? Нифига себе старикашка бегает вообще. Нифига себе, его Юджин, кстати, зовут. Прикольно. Так, а здесь у нас какие-то непонятные строительные материалы и так далее. Но нам надо забраться сейчас на верхушку. На вершину этой горы. Блин, ну он реально как сорвиголова побежал, ты видел? Можешь так же побежать. Ну, в принципе, да, можно. Почему нет? У меня тут даже стамины нет, то есть я не устаю. Спокойно могу бегать сколько хочу и прыгать еще. Вон он, смотри, как он быстро реально добежал до сюда. Здесь у нас как раз рельсы, и они довольно-таки все, ну, разломанные, не знаю. Так, ладно. Так, мы можем вот так вот смотреть по бокам. Ха, представь, как это выглядит от третьего лица. У меня башка, да, это, шея так, знаешь, влево-вправо уходит. Неестественно влево-вправо. Ядрен батон! Заперто. Не беспокойся, мы найдем вход. Вверх по тропе стоит сарай. Там должен быть ключ. Вот тебе карта с отметкой, куда идти. Глянь, может ключ там, а я пока здесь осмотрюсь. Ну ладно, так, откройте карту. Ну ладно, как открыть? Сейчас подумаем. Друзья, а как реально открыть карту? Я, честно говоря, не знаю. Дверь не открывается нифига. Хотя, блин, она такая дряхлая, ее реально можно было с разгончику вот так вот, ну, вынести просто, согласись. Ну, ладно, он, наверное, не хочет портить просто свое имущество, ключики нужны просто. Ну, пойдем вот в тот сарайщик прямо сейчас. Карту я не знаю, как открыть, пока что не нашел. На М. Вот она. Синяя стрелка отмечена вашим местоположением. Белые линии, железнодорожные пути. Красными стрелками отмечены разъезды. На карте отмечаются здания NPC. Для ориентирования используйте отметки. А карта-то достаточно большая. Она даже подлагивает. Офигеть, здесь карта, ты посмотри. Незнакомые NPC, задания есть. Че, будем все проходить, значит? Капец я портал. Ой, и, конечно, и капец я скрафтил. Так, это у нас что на карте от меня красные стрелки? Это разъезды. Ну, как бы мы и сами видим, вот здесь вот разве тоже не разъезд? Или это что-то другое обозначает? Ладно. Здесь какое-то здание. Блин, реально можно попасть в незнакомый NPC? Основное задание будет. Задание с оружием и дополнительное. Да, здесь у нас реальные приключеньки. Ладно. Вырубаем карту. И круто они сделали, что улетает наверх вот так вот, когда карты нажимаешь. И, в принципе, здесь ничего нет. Открываем. Так. Все нормально? Ключик. Смотрите, собранные предметы, нажав I. Да, все нормально. Открывает заброшенную станцию. Ну, пойдем. В принципе, здесь нечего делать.
Надо смотреть еще, чтобы чуть-чуть Чарльз нигде не ехал. По-любому же они сделали, чтобы он прям здесь мог появиться. Ну, просто по приколу. Или нет? Молодчинка, теперь мы сможем войти! Открывай дверь, я за тобой. Ну, я уже открыл. Вот такая вот шняга, смотри, стоит. Такой вот паровозик. Будем на нем кататься. Он называется Чарльз Майнинг Компани. То есть, ну, копательная компания. То есть, раскопки ведет Чарльз. Реально, это Чарльз. Вот это совсем другое дело. Старенький, да работает, ну ура. Я смотрю поезд снаружи. А ты загляни внутрь и оцени, с чем нам придется работать. Ну ладно, давай. Так, используйте для быстрого перемещения полуострова оружие и защита от ваших врагов. Место перерождения, если что-то пойдет не так, чтобы ознакомиться с предметами в камине, попробуйте взаимодействовать с ними. Ну, допустим, вот чертеж. Прочность поезда. Хламом надо его чинить, повышать максимум скорость движения вперед и назад. 2-3 хлама. Увеличивает урон всего оружия. Снижает весь урон, получаемый вашим поездом. Нифига себе, тут еще и улучшать можно. Прикольно. Окраска? Краска не нужна. А прикинь, здесь можно было подкрасить поезд. Вешалки, конечно же, здесь есть. Курточку свою повесить. Пулемет. Вау. Целитесь с помощью мыши. Стреляйте клавишей действия. Оружие заклинит. Если оно перегреется, боезапас бесконечного оружия можно получать на задание. Бесконечно! То есть мы можем прямо сейчас потренироваться. Так, надо чуть прицел ниже брать, и я буду идеально попадать. Реально, все, я научился. Пам-пам. Куда еще? Опа! Смотри, какой меткий. Куда еще? В свою кабину прямо попах. Стоп, а мы ломаем ее, если мы в свою кабину стреляем? Давай сейчас это сразу проверим, чтобы исключить какие-либо ошибочки. И нет, не ломаем вообще никак. Отлично. Ты уже здесь. Выглядит потрепанным, но за части еще не сыпятся. Этой пушки тут не было, когда я уплывал с острова. По-моему, с ней можно здорово повеселиться. Эта штука поможет всыпать чарам, затем уничтожить его, пока он нас не заметил. Ну что, испытаем эту штуковину? Ну, вообще-то я уже испытал. Давай-ка мы не будем тогда. А, давай посмотрим, сколько перегревается еще. Оу. Ну, достаточно долго она перегревается. Не знаю, можно реально всыпать. Так, ты больше со мной не разговариваешь, да? Потому что нам надо попробовать поехать и... Подожди. А не надо было поднять воротину? Мы сразу поехали просто. Боже! Да, быстрее! Давай мочим его! О боже, падаем! Офигеть! Так, не дать пушке перегреться, я дал! Блин, я полный кретин! Ладно, перегрелось, все нормально. Блин! Нет! Чутка моего все завалил! Ах ты козел! Нет! Ты мне был как брат! Я только к дедуле привык, и вот его мычканули. Мда. Ну это вообще обидно вообще-то. Как можно было так сделать? Как можно было так поступить? Дедуля. Нет. Что с тобой? Ну ладно, я знаю, что с тобой, но это очень плохо. Я думаю, мы будем сражаться, как в старые добрые. Легко пожил, легко умер. Нет, братан, ты не умер, я просто полечу тебя сейчас. Твоя миссия оказалась сложнее, чем я думал, но у меня уже нет времени. Есть время, дедок, ты еще не умер. Найди яйца. Яйца чуть-чуть Чарльза. Найти твоего сына. Найти яйца, я уже подумал. Проехали, короче. Так, прости, братан. Ну, вообще, ты должен был внутри сидеть состава. Это я такой жесткий, рисковый, будто... Ну, а ты, короче, да. Жесткий, рисковый, всегда жесткий, рисковый, всегда соский, как владелец. Вот почему он так сделал? Ах, дедуля, я думал, ты профессионал. Так, а это мы можем резко остановиться и стопорнуть просто. А вот это замедление. А, это назад ехать, отъехать. Здесь, кстати, статуэтка, это, походу, в честь моего дедуля. Папа! Блин, фиговый здесь этот звонок. А мы не призываем так случаем чуть-чуть Чарльза? Так, карту открываем. Чё, мы куда едем? На перепутье. Ой! Тихо, тихо. А, кстати, я понял, для чего вот эти вот штуки красные. Это же, ну... там, короче, можно будет поменять направление. То есть, сменить. Тихо, 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 тихо. Стоп, стоп, стоп. Резкий стоп.
Так. Бум-бум. Ну что, останавливайся, нам надо сходить кое-куда. Здесь карта свободная, мы можем передвигаться как хотим. Так, здесь у нас хлам. Да, хлам надо забрать, конечно же. А, палатка. Огонь, нельзя в него вступить, хотя прыгнуть на него возможно? Нет, никак. Ну, то есть пораниться мы никак объективно не можем, кроме как от волчков. Так, и там у нас ничего нет. Кстати, можно приближать как-то поближе? Нет, походу нельзя. Ну ладно, залезаем, мы дальше едем. Ту-ту! Чуть-чуть, Чарлис не идет за мной? Блин, мне показалось, как будто это он там. Так, стоп. Эти знаки обозначают приближающийся разъезд. А где, какие знаки? А, вот эти, все вижу. Подсвеченная стрелка указывает направление движения. А где стрелка подсвеченная? Точнее, вот эту нам надо стоп-кран нажать. Так, все, я вижу подсвеченную стрелку. Остановите поезд, потяните за рычаг в путях, чтобы изменить направление движения. Ну, если оно налево направлено, давай-ка мы все-таки поедем направо, потому что там основной квест и еще задание с оружием. Поэтому отъезжаем назад. И пока он отъезжает, мы его не потеряем сейчас, да? Коробку откроем. Тем более она останавливается, когда мы вылезаем. И здесь реально дофига хлама. Мы можем прямо сейчас апгрейднуть вроде бы, да? Вот, повышение максимальной скорости движения вперед и назад. Не, мне кажется, урон надо повышать, чтобы выживать. А на хпшки не пофиг, надо чинить. Знаешь ли? Тоже. Ну, вообще, можно забить на хпшки, но я не знаю, что будет, если сломается. И поворачиваем вот этот кран вправо, чтобы он нас вправо как раз повел. Отлично. Ну что, поехали. Чу-чу, где вы, чу-чу? Так, я готов. Ну, я думаю, если мы сюда поедем, то все будет зашибись. Или все будет чики-буки, чики-пуки. Да, можно и так сказать. А что? А, не, ничего. Там чу-чу Чарльз? Мне кажется. Кажется. Когда кажется, креститься надо, кстати, чтобы ты знал. Ну да, я вижу там какую-то шнягу, походу это дом. Вот мы к нему приближаемся, да, там чувак, походу, живет. Так, я остановлюсь здесь, наверное. Девушка, только не стреляйте, я добрый. Это не Чучу Чарльз, это просто Чарльз. Ой, какая дама, смотри, какая чика. Ля, у тебя штаны это, протертые какие-то. Смотри, зашила. Юджин предупредил, что скоро прибудет новый человек. Полагаю, это и есть. У меня на балконе лежит немного хлама, который пригодится тебе для ремонта и улучшения поезда. Вот ключ, балкон прямо позади меня, но я все равно отмечу его для тебя на карте. Еще кое-что. Можешь обращаться к местным за помощью, они будут только рады. Ну, кроме тех, что в масках. Зайди на балкон и забери все, что тебе пригодится. Удачи. Кэндис, спасибо. Кэндис из Финиса и Ферба, что ли? Ага. Ладно, и еще кое-что. Хотел сказать, что... Кэндис, извини, но... Как бы так сказать? В общем, да... Все, умер Юджин. Помянем. Ладно, я пошел. Хорошо, что она этого не слышала, на самом деле. Ну, то есть она не воспринимает информацию, которую я в жизни говорю, очевидно, по очевидным причинам. То, что это NPC. Вот, а так бы, наверное, она бы рыдала со мной. Мы сейчас бы реально разделили это горе. Надеюсь, что и... Ее же может реально чуть-чуть Чарльз прибежать и сожрать. Вот это беда. Да? По скрипту прям. Найдите хлам. Ну ладно. Ее сейчас по-любому сожрут, я прям уверен. Мы изо всех сил стараемся сохранить бодрость духа, но последние пару дней это просто какое-то, мягко говоря, безумие. Безумие. Чарльз стал намного агрессивнее. Что, боюсь, скоро будет некого спасать. Бог в помощь, Юджин. Мы рассчитываем на тебя. Да, рассчитывайте. И сейчас ее сожрут. Но я Ванга, нет? Походу, не Ванга. Молот Тора здесь что-то делает. Нифига себе. Это, походу, Юджин как раз его оставил здесь, потому что он реально дедок. Он реально тот, на кого можно было положиться. Он просто мне дал офигенного Чарльза, до которого я буду рассекать здесь. Несмотря ни на что. Таб нажмем. Ну все, я забрал. Давай, до свидания, бабеха. Бабеха? Бабулех. Бабулехом будем ее называть. Короче, надо усилить вот это вот и починить еще. Пусть у нас 95% будет. И куда мы приближаемся? Пока что никуда. Кстати, челики в масках, это очень страшно. Поэтому надо смотреть в оба всегда. Мало ли они меня нокаутировать решат.
кто их знает. Ну и мы потихоньку едем. Уже, мне кажется, надо дергать стоп-кран. Потому что здесь что-то странное. Очень странное. Мне кажется, это место, где... Подожди, посмотрим по заданию. Не, здесь, походу, нормальный чувак. Хотя... Дополнительное задание. То есть, это чуваки в масках здесь навряд ли присутствуют, да? Я правильно понимаю? Ну, пойдем тогда хлам заберем. Здесь он, в принципе, есть. Так, еще хлам. Вот он. Блин, хлам, он очень сильно выделяется. То есть, здесь реально потеть не надо. Никакого пота нет. Ты просто хочешь и собираешь. Вот еще вот здесь вот есть сундук. А это открыть как-то можно, надо ключ. Нужен ключ. Обязательно ключ. Так, прыжки, прыжки. Волчков я никаких не вижу, кстати. А я думал, что они здесь будут по КД прям. Ну, то есть, постоянно ходить здесь. Где-то... Ну, короче... Портить красивые виды. А вот сюда я не могу, кстати, забраться почему-то в поезд просто элементарно. В состав зайти. Вот сюда могу хотя бы. Да, здесь есть хлам. Хлама мы можем также неограниченное количество собирать, я полагаю, мы качки. Мы можем спокойно груду металла на себе тягать, и ничего не будет. Ну ладно, пусть будет так. Вот, заходим. Санта-Клаус? А, показалось, здесь какой-то алкаш сидит. Ну, здорово. Так, забираю сразу хлам. Ты, надеюсь, не против? Бутылки водки. Слушай, малец, я, конечно, понимаю, что ты какой-то там крутой охотник, тут чудовищ, но я сужу людей по их делам. Один из прихвостней Уоррена выбросил вчера на свалку запертый сундук. Я бился над ним несколько часов, но вместо замка вскрыл себе только мозоль. У меня есть пара отмычек, но я не знаю, как ими пользоваться. На, держи, вскрой сундук, мое тебе уважение. Как вернешься, я выдам тебе кое-какой хлам для твоего паровоза. Нифига ты дерзкий, дядя, я вообще-то даже не заявлял о себе. Я только прибыл сюда, а ты меня уже называешь каким-то там понторезом. Я в шоке с таких пацанов. Ну да, алкаш, что с него взять. Вот реально он себя так подал некрасиво. Мне аж не понравился дядька. Ну ладно, взламывая. Мы, в принципе, здесь 0 IQ move. Я вообще думал, нам придется, знаешь, у меня сразу подозрение появилось, то, что нам надо сундук с помощью пулемета вскрыть. Понял? И что-то у меня не получается никак. Вот. Зашла. Зашло. Раз. Два. Три. Все, я выполнил. Так, у нас здесь какой-то чертеж. Чтобы завершить задание, вернитесь к Дэрилу. Так, а кто там прихвостнил Уолтера или кого он там сказал? Ну ладно, неважно. Вот те раз. Такие нежные ручки, а с сундучком справились. Фу, тут лишь какой-то сраный мусор. Что уж тут скажешь, одно разочарование. Но мое тебе уважение. Тебе за... Тебе заслужить удалось. Так вот, обещанный хлам. А сколько он дал мне штук, я не заметил. Капец, я тараторю просто нереально. Фуф. Мы довольно-таки много уже сделали, заметил, сколько у меня хлама. А, 33! Очуметь, улучшаем урон. Улучшаем максимальную скорость и снижаем хпшки. Так, и еще починим, и 4-7 хлама. Это на рандом, кстати, да? Хлам определяет, сколько штук. И, кстати, мы скоро встретим еще одного NPC, то есть он прям тут рядом, и это, походу, как раз Уолтер какой-нибудь. Так, все, останавливаем. И это... Тян? Это девушка. Так, кстати, у нас еще здесь... Ну, ты понял, что? Хлам еще? Ну, здравствуй, дамочка. Открыть нельзя. А вот охотник на монстров. Но это будет необычная охота, заметь. Мы уже пробовали одолеть Чарльза, но его... Но если его сильно ранить, он скрывается в лесу. Но кажется, мы все-таки придумали, как выманить его. В разных частях острова в главных шахтах хранятся три яйца. Мы считаем, что если вставить эти яйца в призму в храме в центре острова, это спровоцирует Чарльза сражаться на насмерть. К сожалению, Уоррен Чарльз III, владелец добывающей компании, вставил внутри каждой шахты вооруженную охрану для защиты яиц. Там дальше по путям будет шахта. Там и лежит одно из яиц. Вот ключ от шахты. Вход я отметила на карте. Понял. То есть там надо эти священные яйца Чингисхана собрать, чтобы приманить этого засранца. И они просто ни с того ни с сего полагают, что можно его заманить с помощью этих яиц. То есть он отупеет из-за этих яиц. Да, и... Вот, вот сюда идем. Он отупеет резко, просто так вот, ни с того ни с сего. И начнет просто до талого сражаться. Вообще на пофиг. Просто психанет, так сказать. Где мои яйца, будет такой, типа. Здорово, мужик. Ты стоишь так смешно, такая поза у тебя. Мерзнешь под дождем.
Почему мы тебя ждем вообще? Не задумался? Мужик, вот дом у тебя. Ну ладно, он заперт. Твой домик сгорел, я так понимаю. Я сделал огнемет для защиты своего жилища от этого паучьего поезда, но, как видишь, мой план немного прогорел. Я чуть не поджарился в своем сарае, пока его испытывал, тысячи чертежей. Сарай хотелось бы сохранить. Если каким-то чудом огнемет еще будет работать после пожара, то так уж и быть, забирай его себе. Ты ведь, кажется, тот самый охотник на монстров, о котором все говорят, так что оружие тебе пригодится. Да в смысле говорят? Я вообще никогда не охотился на монстров. А, может, у меня такая работа? Подожди, я уже забыл, что в начале было. Ой, блин, хпочки потратил. Я не знал, что можно вот сюда нельзя встать. Ну ладно, ждем тогда конца пожара. Наверное, как-то потушить можно через вот эту шнягу, да? Вот, польем водой. Как удачно совпало, что прям рядом этот бочонок стоит. И не понадобился никакой шланг и так далее. Вообще идеально. Все совпало. Так, и по лесенке спускаемся. И попробуем забрать этот огнемет. Я полагаю, что он реально будет. Так, используйте, чтобы перекрасить поезд. Кстати, мне реально можно такую шнягу сделать. А где огнемет? Огнемет-то где? Огнемет? Не вижу. Полагаю, на крыше. Ай! Блин, я упал. Потушить пожар, опрокинул бочку с водой. Гениально, ей-богу. На, держи дихлофос, чтобы было... Что там? Тысяча чертей, убери эту штуку с глаз моих. Я прочитал не то. Не так. Какую штуку убрать с глаз его? Давай поищем. Так. Не, надо искать. Я что-то вообще потерялся. Ну ладно. Кстати, перекрасить поезд, вот это мне реально интересно. Так, 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 что у нас здесь? Хлам. Хлам нам всегда нужен. Не, ну в принципе, как видишь, больше здесь ничего нет, но я могу вот сюда вот встать на крышу, и, как видишь, это нам абсолютно ничего не дает. Ну ладно, спускаемся тогда. А, блин, я опять поранился. ХПшки, кстати, восстанавливаются со временем сами. Ну это хорошо. А, может, тут здесь на второй полке? Мало ли. Подожди-ка. Не, здесь реально ничего нет. Походу, он все-таки эту старую штуку сам мне отдал. Ну, то есть у меня сейчас огнемет где-то должен быть. Или не должен быть. Вот сюда вот вход есть? Какой-нибудь потайной. Не, смотри, нету. Страшная музыка заиграла. Походу, что-то не так. Ладно, пойдем к поезду. Никого здесь нет. Я шаги какие-то слышу, это мои. Походу. Так, поднимаемся быстренько и смотрим, что я могу улучшить. Ну, урон, наверное, сниженный. Так, огнемет. Дихлофос. Дальнобойность, замедление, скорострельность. То есть я могу заменить на... Да, дихлофос, вот, да. Ну все. Огнемет, дихлофос у меня есть. И он бесконечно стреляет, да, так же. Только быстро сгорает. Скорострельность маленькая, походу. А, не, скорострельность дальше даже, чем у пулемета. А, скорострельность, подожди. Дальнобойность она маленькая, да? И урон маленький. Это посильнее будет. Наверное, с этой штукой будем ездить. В шахту надо отправиться, но я не знаю, где шахта. Так, в шахту требуется вот туда вот спуститься. То есть, что там написано требуется? В южной шахте банда охраняет важное яйцо. Ну ладно, ладно. Без Б. Едем потихонечку. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, я сразу отдам всем знать, что сюда охотник едет. Реальный охотник. Опасный охотник. И здесь у нас еще шняшки. Так, а вот здесь вход есть. Здесь кто-нибудь есть? Надеюсь, чуваки в масках здесь не обитают. Работа движется бодро. Мы даже обнаружили признаки богатой жилы. Инструменты добротные, и мы почти закончили делать укрытие. Мы здесь совсем недавно, но уже начали осваиваться. Вырабатывать ритм и расписание работ. Ага. Ну, знаешь что? Я думаю, что на этом мы закончим и как-нибудь в следующем ролике продолжим проходить. Потому что я уже очень долго здесь зависаю. Ну и последнее, что я сделаю, это, наверное, перекрашу своего Чарльза. Почему бы и нет, у нас здесь краска. И это все, можно только вот так вот перекрасить в другой цвет. Ну давай пусть будет желтый, потому что найсик желтый, поэтому и будет провозик тоже желтый. Ой, подожди, это дихлофос, да? Ну да, в принципе, ладно. Надеюсь, тебе понравился этот видос. И ты поставишь лайкусик. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой.
И, конечно же, не теряя, в следующей части мы пойдем вот в ту шахту.